там стучится? Так, надо взять бы ее. Вроде держит. И зарядка полная, к счастью. Вот так хорошо. Братан, открывай. Ладно, сейчас. Заходи. Привет. Здорово. Ты где был? Ну чё, как дела? М? Ты где был? Я вчера в магазин ушёл. Ладно, давай тогда за стол пойдём, присядем. А, ну давай. Так, ну чё, пошли? Да, пошли. Я там много чего понакупал. Да, но тут ещё мебель надо докупить, вон, видишь. Слушай, сюда надо стол складывать. Да, не, стол нормально, главное, что... Слушай, а где ты был всю ночь? Ну, как тебе сказать, в клубе был. Ну ты даёшь, противник. Тут просто... Тут где... просто клуб неподалёку прикольный. Хочешь, сходим? Да нет, слушай, а с тобой ничего не приключилось? Да нет, всё нормально. Просто тут такая проблемка, то что ты пришёл домой и ночью пьяный, на меня начал наезжать, и тут на тебе... Ты сидел у костра, смотрел, я возвращаюсь, и тебя нет. Не знаю, я вчера в этом был. Так что я по поводу... Может, галлюцинация у тебя? На камере? На камере это? На камере это было. Я потом как... Кстати, я не пересмотрел запись. Пошли пересмотрим ее вместе. Да, пошли. Так, у тебя в комнате, да? Давай ко мне. На мониторе как раз хороший, можно пересмотреть все. Ну, как тебе? Да, блин, это жутко как бы. Я вообще не понял, про что это. Это я? Ты пришел бухой, орал тут вовсю, сел на стул, вот прям иди за мной. Иду. Вот смотри, ты вот сел на этот стул, смотрел тупо на камин. Я отошел на второй этаж, просто мне показалось, там что-то было. Спустился, какие-то помехи. И дверь просто, понимаешь, я открыл дверь на себе, она открыта, хотя я даже не слышу, чтобы кто-то заходил и открывал ее. Ну, не знаю даже. Какие-то странные вещи происходят в этом доме. По-моему, не хочу думать даже, что это. Если эта хрень же есть, то эта тварь должна сдохнуть в любом случае. Я с тобой согласен. Я думал, ты реально нажрался, думал, ты просто, я не знаю, устал, а... Ладно, давай не об этом. Ладно, давай о деле. Да, слушай, ты в магазин-то зачем ходил-то? Да просто купить там что-нибудь по жрачке. Слушай, я думаю, что нам сегодня надо будет, наверное, в магазин мебели съездить. Докупить... да без проблем. Докупить что-нибудь. Пойдём посмотрим. Пошли. У меня для тебя есть, кстати, очень интересная идейка. Да давай. Как тебе вот насчет вот этой комнаты сделать, типа какой-нибудь... типа игровой или танцевальный, ну знаешь, такой расслабляющий какой-нибудь комнатки. Ну, я думаю, даже не знаю, что тут сделать. Тут большая комната. Можешь склад тут сделать? Слушай, а вот видишь вот это место? Если вот вызвать мастера и попросить его переделать камин вот здесь, вот как думаешь, стоит? Ну, вообще можно. Сделать большим... Смотри, а вот тут печку сделать. Да, вот тут продырявичный. Ну, блин, ремонт будет долгий, конечно, но надеюсь, мастер тут справится. Ну, это я надеюсь. Слушай, давай лучше как-нибудь тут поселимся, вместе тут жить, чем в квартире продадим их и будем жить. Ну, слушай, у меня есть двоюродная сестра, она же с детьми, так я могу ей отдать квартиру, то есть она пока вот в съёмной живёт, я могу ей свою отдать. Ну да, можешь. А ты ей свою кому отдашь? Ну, не знаю, может, продам, либо родителям. Ну, слушай, давай родителям, так, на всякий случай, пускай остается. Все равно она на тебя же оформлена, поэтому никто не заберет. Ну да. Ладно тогда. Пошли, что ли? Да. Давай тогда сейчас каждый... Сейчас по своим позвонит и скажем так-то. Ну, хорошо, давай. Давай. Ладно, браток, я так полагаю, то, что все, собрались, пошли в магаз. Да, пошли. Тогда дверь за собой закроешь, окей? Ну, у меня камера, закрой, пожалуйста. А, ну хорошо. Все, пошли. Охренеть. Хорошо. Ой, снежок пошел. Да вообще пипец. Блин, вот как так
Быстро снег постоянно валил уже. Да я не знаю. Только шли уже, не было снега уже. Подожди меня. Да. Вон, хорошо. А домики-то хорошо, кстати. Да. Прикольные домики. А, кстати, мне вот это, помнишь, это дом? Да. Как его, как того мужика звали, Фред или как, или Фрэнк, не помню. Я не помню, честно. Ладно, пошли. Я того, че, это, ветер. Дедушка, хочу вспоминать. Ветер. Ветер. Ну, он нормально был, а потом он что-то злой встал. Да, согласен, его больничка на всякий случай. Ветрище, конечно, бьет. Да, очень сильно. Блин, тем более снегу в глаза. Слушай, я тогда отключу камеру, чтобы не мерзло, там уже поснимаем. А, ну давай. Ну что ж, пора все-таки мебель покупать. Да, пошли. Блин. А, даже, посмотри, даже в городе почти, вон даже машин почти нет. Холодно настолько. Да сейчас же новогодние праздники скоро. Ага. Готовится уже, наверное. Ладно, сходи. Гипердом. Наверное, магазин так называется. Да, слушай, а кстати, здесь не так светло, конечно, как ожидалось. Ну, сойдет. Ну да. Тут люди уже тоже приобретают. Да, жалко, что тут елочек нету, нам дом. Ну да. Слушай, давай тогда разделимся, каждый найдет, что надо. Да, тогда давай. Дай мне это, 1020, если можешь. А ты не взял свой? Нет, я дом забыл. Что ж, ладно. На, держи тогда. Да, спасибо. Спасибо. Чё ты на пол? Нет бы в руки дать. Ну, извиняюсь. Всё, давай тогда. Всё, давай. Так, надо какую-нибудь мебель бы присмотреть. Какую именно? О, столики, охрененно. О, кстати, шкафчик офигенный. Надо будет вот это вот приобрести, столики. Не, вот, это надо бы приобрести точно. Так, о, мужик какой-то. Так, а значит, гостиная или кухонная, что это такое? Кнопки, я не знаю, может, это чисто декор. Зато тут, смотри, телефончик есть. Да, прикольно. Кстати, старенький. Тебе показать, какую дверку я заказал? Да, давай. Да, пошли. Смотри. Вот это вот самая первая дверь. Как тебе? Нравится? Ну, слушай, неплохо. А задние более такие светлее, да? Ну да, нам не подходят такие. Нам... Хорошо, давай тогда пойдем на кассу, рассчитываемся. Так. А ты что-нибудь купил себе? Ну, не, я хочу взять... Ну, заказать вон тот интерьерчик для комнаты. Я понял. Иди сюда. Смотри, давай купим диван. Диваны. Какой ну, у нас и на втором этаже, в принципе, есть один. Хотя, если мы хотим поменять камин, но расположение камина, нам нужен там диван. Ну, давай, наверное, вот этот черненький. Черный диван. Главное, не споткнуться от него ночью. Ну, да. Я-то представляю. Да, давай сядем, хоть посидим как-нибудь. Давай. Как, удобно? Да, вообще круто. Хочешь сядь, тоже посиди. Давай. О, прям пердак расслабляется. Да. Ладно. Тогда я пойду закажу, окей? А ты там пока чё. Давай. Да. Я тут. Иду. Ну всё, короче, заказал через недельку, две, может, через недельку приедем. Как повезёт. На заказ. А? Как повезёт. Ну да. Ладно тогда. То есть все ты оплатил, получается доставка сразу двух товаров есть, да? Да, 60 тысяч потратил, как давал. Все нормально. Ладно, пойдем что ли домой? Да, можно домой уже идти. Слушай, а как тебе этот Сэм не звонил еще насчет того, когда он приедет? Ну, более точнее, потому что, ну, недельки да это как-то слишком много. Ну давай сейчас домой придем, и я как раз. Давай. Да. Ты там, думаю, на камеру поставь паузу там, а то мороз. Да ладно, давай, стекло, давай, может, давай пройдемся, поснимаем, что ли. А, ну давай. Давай теперь чуть-чуть это вот будем пройдемся, нормально. У тебя все равно скоро день рождения, друг испортится, если что, починим. Нифига себе, это как угроза звучала. Нет. Это, знаешь, это со стороны так как угроза звучала. Кстати, а ты был там хоть раз? Где? Вот там. Нет. Причем там реально почти не топтано. Это никогда не было, если хочешь, давай завтра сходим. Да ладно. Кстати, это уже сейчас вечер. Да, кстати, заметь, что возле каждого света расчерпан крестик.
А вообще да. Кто-то очень любит, видимо, кресты. Кто-то дверь меняет. О, ну Новый год же, ты же понимаешь, да? Да, кто-то, походу, повеселился. Что-то не хочется спать. Вроде только хотелось, и уже не хочется. Чё за шум? В смысле? О! Братан! Погодь! Что? Ты ничего не слышал? По поводу чего? Я лежал, чё-то пытался заснуть, и знаешь, такое вот... Как царапанье, знаешь, обо что-то. Так это я пёрнул. Да? Сверху? Чё наверху? Пойду наверх проверю, потому что сверху... Давай я с тобой на всякий случай. Давай, наверху какие-то шаги или скрипы, ну знаешь, чё-то типа того. Я сейчас своей маской всех напугаю. Хочу опечалить. Тут здесь никого. И как это понять? А что понять? Я лежал, и знаешь, как будто, знаешь, прям надо мной, знаешь, ну, над комнатой вот так вот ходили, как будто то ли здесь, знаешь, причем так скрипели полом нехило. Mm-hmm. То ли но царапали, то ли били, я не знаю. Ну, на крысы, скорее всего, что ты? Это новый дом, чувак, я ни разу здесь крыс не видел. Че, я уже проспал тут целый день, что ли? Надо за камерой идти. Так, сейчас. Отлично. Эй, братан. Я, короче, это самое... Не понял. Братан? Ты где? Братан? А ты где, собственно? Я не понял. Ты где? Так. О, кстати, братан все-таки барабанную установку привез. Нормально. А кого? Подожди, а он разве умеет играть на гитаре? Нет, ты как ты можешь быть здесь? Ты же должен был тут быть там. Нет, бежать. Нет, не поймаешь. Где братан, когда он так нужен? Нет. Уходи! Он бежит за мной! Твою дивизию! Твою мать! Нет! Невозможно! Ты не можешь быть здесь! Что ж, рассказывай давай, какие у нас следующие планы будут. Ну, то, что мы будем скоро снимать новый сериал после этого сериала. Да, сериал скоро этот закончится. Вот что я могу сказать, чтобы не спойлерить. А также, мы хотим предложить вам несколько видов сериалов. Это либо Сталкер, либо Звонок. Флор. Да. Давай, говори, я продолжу. Звонок, крушение и все и так далее. Короче, напишите в комментариях. Да, мы попробуем это заснять, и если, по вашему мнению, что-то не так, что-то надо доработать, это обязательно пишите. Также, если вы хотите на определенной карте, допустим, чтобы мы снимали, главное, скиньте ее нам, мы там все обустроим так, как нам надо, и мы это все заснимем.
И, ребята, мы создадим свою группу ВКонтакте, где мы снимаем свои фильмы и где мы делаем опросы и все остальное. Вот мы как раз делаем опросы на карты и все остальное. Вы можете под этим постом писать комментарии. Да, Флора ставит у себя в группе ВКонтакте как раз опрос. Несколько видов сериалов, которые обязательно вы должны проголосовать. Что вы хотите видеть больше всего? Крушение два вида будет. Либо корабли крушение, либо авиакрушение. Согласен. Так, а по звонку это я имел в виду не только вот один фильм «Звонок», а, знаете, постараться снять какие-то страшилки, еще что-то. И да, Флора, вот я вот думал вот что. Пора нам все-таки для сериала найти третьего человека. Как тебе кажется? Надо. Ребят, просто поймите. Первоначальные серии в деревне давались легко снимать с этой нечистью. Что я этим я хочу сказать? Флору постоянно приходилось переодеваться в демона, что очень так вот неудобно. Постоянно кому-то из нас приходилось выходить куда-то. Ну, понимаете, это особо не очень так интересно смотреться. Да, вот. Я согласен. Хочется, когда два главных героя на месте и появляется из ниоткуда нечисть. Вот это да. Давайте так сделаем. Я, извините, перебью. Но вы напишите под комментариями на Ютубе под этим видеороликом. Напишите, пожалуйста, в свой возраст, сколько, какой у вас хороший микрофон и все остальное. Какой характер, и может мы вас примем. Да, еще желательно, когда мы с вами... Да, скиньте ссылочку на свой ВК. Мы с вами свяжемся, и также обязательно вы напишите характеристики своего ПК, потому что, сами понимаете, сборка у нас не только это будет, у нас еще будет, возможно, Сталкер. Она будет на версии 1.6.4, все, что я пока могу сказать. Флор, ты же ее посмотрел, да? Да, я уже попробовал, нормально, вообще без лага. Вообще, вот, видите? Так вот. Без проблем по сети мы еще не пробовали, но я знаю, что сборка работает. При этом туда дополнительных модов желательно не устанавливать, поэтому будут как-то так. Также, я не знаю, как я там разберусь по поводу шейдеров, это уже будет уточняться. Также, ребят, повторяю слова Флора, то что мы набираем одного-два человека, мы возьмем на съемки. И желательно, чтобы вы были постарше, то есть не особо писклявые и особо так вот не терялись на съемках. И да, ребята, вам понадобится тогда скайп. Никаких дискордов, только именно скайп. Да, и работаем мы через хамачи. В случае каких-то неполадок, допустим, или отсутствия на месте, мы свяжемся, поболтаем там, в общем, решимся и посмотрим. Четыре человека мы вот планировали снимать, но это, скорее всего, будет либо в Сталкере, либо в Крушении. Это где-то так. Флора, у тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Наверное, нет. Только давайте подпишемся на Эрихона и на мой канал, ребят. Да, ребят, и на мой канал видео по Майнкрафту выходить, ну, по фильмам выходить не будут, к сожалению. Все это связано с того, что Майнкрафт у меня особо не заходит и придется выкладывать все на канале Флор. Но у меня есть второй канал, где я буду выкладывать Майнкрафт сериалы. Эрихон 2. Ссылка в описании. Да. Что ж, подписываемся на канал Флора, на мой канал, на мой второй канал. Что ж. Ставим лайки, подписываемся на канал. И давайте, ребят, подберем над этим видеороликом 10 лайков. И вы топчики будете. Будет 10 лайков, а будет, если 15... Обещаю. То выйдет новая серия. И не только новая серия. Ну, и возможно... А еще, возможно... Розыгрыш на одну лицензию на крафт. Ну, это возможно. И тем более, я тебе еще вот что спрашиваю. Как думаешь, стоит ли на... Посмотрите, какая же у нас такая вот очень странная сборочка. После окончания нечисти мы скинем сбор, на свою сборку. То есть вот эту вот обычную сборочку, она такая себе, на 10-10 и все. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока.